но не смогли использовать ни одного из, по крайней мере, 7 голевых моментов, которые им удалось создать. У сборной Грузии был один такой голевой момент, но и им тоже не удалось забить, как мы понимаем. Ну и у нас пока не удается забить ни хозяевам, ни гостям в матчах уже национальных сборных. 49-я минута, 0-0. Очень опасно. Да. И тот самый Фатиса Сет тоже забивает мяч в ворота атаки Девад. Все 1-0, еще раз смотрим, очень по высокой траектории мяч летел, и здесь вот выпрыгивает Кверквели, не может помешать Фатиху. Ну вот, кстати, грузинским футболистам стоило уже привыкнуть к этим дальним навесам, с флангов на дальнюю штангу. Несколько раз уже в течение первого тайма турки предлагали такое продолжение атаки своим форвардам, и вот Хакан... Смогу. Ну, чтобы не упустить контроль. Ну, опять, видимо, удар последует. Замараули. Скорее всего. А Сутиани, кстати, может пробить отсюда. И Тишвили, тем не менее, делает навес. И очень опасно. И гол. 1-1. Вот тоже... Что говорили мы, Малхас Асутиани, да, вышедший на замену, но он... Сборной Грузии не так часто приходится забивать решающие мячи. Но вот вряд ли турецкой команды, потому что Рюшки, тянувшись за этим мячом, ударился достаточно сильно о штангу, лицом, и даже вот, боюсь я. Да, это может быть серьезная травма. Ну, произошло. Тем не менее, стоит отметить технику исполнения удара. Ну, очень здорово провел. Он тоже. Точнее, он тут девятку. А передайте, что штрафной делал Ливанский Тишин.